16 апреля – праздник рыболовов. Никитин день – угощение водяного, водопол, агафья, ледокол. Так этот день называли в старину. Вода в реках начинает подниматься и разливаться. По поверьям, в этот день в глубоком омуте просыпается от голода водяной. Дух воды три дня ждет по праву причитающегося ему гостинца. И если рыболовы не задобрят его, он истребит всю рыбу и уйдет испытывать счастье в других водоемах. Водяного угощали краюхой хлеба, пшеной кашей, куриными потрохами и крылышками. После рыбалки ему полагалось три рыбки из первого улова, остатки вина и щепотка табака. Дождь на 16 апреля предвещает мокрую и позднюю весну. Именинники сегодня Никита и Феодосия.